Игорь Сергеевич, ну и чего тут у нас? Ругаться нельзя. После влажной весны выпрело. Нет, это под снегом. Ну что, дорогие слушатели и зрители, у нас вот с Игорем Сергеевичем сложилась тут такая невеселая ситуация. Ситуация именно с земляникой, с нашей главной культурой. Было очень много снега, как никогда в этом году. И я, имея 40-летний, более 40 лет уже опыт выращивания земляники, такой картины не наблюдала, которую видела сейчас, после такого высокого снежного покрова. Когда я ходили, мы с Игорем Сергеевичем смотрели, мерили, что высота снежного покрова 60 сантиметров, 70 сантиметров вот в таких низинах. Сердце радовалось, и я всем говорила, да нет, ничего страшного, никакие морозы не страшны, потому что под такой снежной шубой находится земляника, что все будет прекрасно. Но получилось, как всегда говорится, диаметрально противоположная ситуация. Когда мы пришли на поле, вот именно на наш основной сорт Кимберли, Вима Кимберли, который у нас занимает где-то 50% наших насаждений, это основа нашего урожая была, то я пришла, конечно, в ужас. Такого не подмерзания, а подопревания я еще ни разу не видела. Видимо, сложились в зимнем условии такие, что именно пришла припарка, создались условия для подопревания. Это вот ситуация ровно такая же, как на озимых. Но там, мы говорим, съела снежная, легла снежная плесень, и озимы тоже вышли. У нас озимы рожь очень плохая, потому что такими крутинками озима рожь у нас погибла именно от снежной плесени. Здесь ситуация ровно такая же плесень, подопревание. Ну, вот, видите, вот пусто все. Вот он, погибший куст, вот он. Вот он подопрел, вот куст погиб, вот от этого осталось что, вот. И особенно сильно, поврежден, еще раз повторяю, наш основной сорт, это сорт Кимберли. Поэтому говорить о высоких урожаях в этом году не приходится. План мы, конечно, не сделаем. Благо, что не на одном сорте работаем. Благо, что у нас еще Азия, у нас еще есть Флоренс, который, кстати говоря, повредился, но в меньшей степени, там, может, он процентов на 20. А на отдельных участках, вот здесь видим Кимберли, ну, тут мы практически ничего не возьмем, процентов на 50, а то и больше повреждения.